Колодец на краю света. Давным-давно жила бедная девушка с мачехой. Раз дает ей мачеха решето и велит принести воды из колодца, того, что на краю света. И смотри, говорит, полное принеси. Опечалилась девушка, где найти колодец, что на краю света. Да и как воду решетом дочерпнуть? Пустилась, однако, в путь. Идет, и так у нее тяжело на сердце. Кого ни спроси, где тут колодец, никто не знает. Хоть назад возвращайся. Вдруг повстречалась ей сгорбленная старушка. «Скажи, пожалуйста, — спросила девушка, вы не знаете, как найти колодец на краю света?» «Знаю, доченька, — ласково ответила старушка и показала ей дорогу к колодцу. Поблагодарила девушка, пошла, как было велено, и нашла колодец, что на краю света. Но, конечно, дело на этом не кончилось. Черпает девушка решетом воду, а вода обратно выливается. К тому же холодная-прехолодная. Сколько раз черпала, не сосчитать. Села девушка на край колодца и заплакала. Вдруг слышит, чей-то скрипучий голос спрашивает: «Что с тобой, милая девушка?» Подняла она голову. Сидит рядом огромная лягушка. И глазище на нее таращит. «Что ты плачешь?» — повторил тот же голос. Поняла девушка. Это лягушка ее спрашивает. «Как же мне не плакать?» — отвечает она сквозь слезы. И рассказала лягушке, как долго искала колодец. Нашла, наконец, да никак не может воды в него, в решето набрать. А мачеха непременно велела полное принести. «Обещай исполнить все, о чем попрошу этой ночью, — говорит лягушка, — а я твоему горю помогу. Как же ты мне поможешь?» «Научу решетом воду черпать». Вид у лягушки был не страшный. «Что плохого может сделать простая лягушка?» — подумала девушка и дала обещание. «Мохом заткни и глиной замажь. Вот и исполнишь мачехе блажь». Проквакала лягушка и плюх нырнула в темную холодную воду колодца, что на краю света. Сделала девушка, как сказала лягушка. Нарвала мху, заткнула дырки в решете и аккуратно глиной замазала. Подсохла глина на солнце, зачерпнула девушка холодной и прихолодной воды, а вода и не выливается. Набрала полное решето и, довольная, пошла домой. Обернулась на прощание. Взглянула последний раз на колодец, а лягушка высунула голову и проскрипела вдогонку. «Не забудь свое обещание». «Не забуду», — ответила девушка и опять подумала, что плохого может сделать простая лягушка. Обратная дорога показалась ей не такой длинной. Пришла девушка домой и принесла мальчике решето, полное воды, из колодца, что на краю света. Сидят обе вечером у очага. Вдруг слышит, кто-то вниз двери стучится. И чей-то голос говорит: «Дверь отопри, мое солнце, друг единственный мой. Помнишь, о чем у колодца мы говорили с тобой?» Мачеха, конечно, удивилась, а девушка сразу смекнула, кто к ним пожаловал. Рассказала все мачехе, та и говорит: «Раз обещала, должна исполнить обещанное. Пойди, отвори дверь». Встала девушка, отворила дверь. А на крыльце, конечно, лягушка. Огромная, мокрая, вода с ней ручьями льется и по ступенькам на дорогу течет. Прыгнула лягушка в комнату. Девушка пошла к своему креслу, лягушка за ней. Вылупила на нее глаза и скрипит: «Возьми меня на колени, друг единственный мой. Помнишь, о чем у колодца мы говорили с тобой?» Не очень-то приятно брать на колени мокрую холодную лягушку. А мачеха опять говорит: «Раз обещала, должна исполнить обещанное». Села девушка в кресло, взяла лягушку к себе на колени, а лягушка такая мокрая, такая холодная, девушку холод до костей пробрал.
Платья с фартуком насквозь промокли. Целый час так сидели, потом лягушка и говорит. «Скорее меня накорми, друг единственный мой. Помнишь, о чем у колодца мы говорили с тобой?» Накормить гостя – дело приятное. Встала девушка с кресла, посадила туда лягушку, а вода с нее так и течет. Целая лужа натекла на полу. Плеснула девушка молока в блюдце, накрошила хлеба и накормила лягушку. Поела гостья и опять свое. «Возьми меня с собой в постель, друг единственный мой. Помнишь, о чем у колодца мы говорили с тобой?» Ох, как не хотелось девушке брать с собой в постель мокрую холодную лягушку. А мачеха говорит. Ленечка пропал, да, в том, что в постель она решила ее взять. «Возьми меня с собой в постель, друг единственный мой. Помнишь, о чем у колодца мы говорили с тобой?» Ох, как не хотелось девушке брать с собой в постель мокрую холодную лягушку. А мачеха говорит, раз обещала, должна исполнить обещанное. Нечего делать, положила лягушка, девушка лягушку к себе в постель, поближе к стенке, сама легла с краешку. Лежит, пошевельнуться не смеет. Упаси бог до холодной лягушки дотронуться. Всю ночь глаз не сомкнула. Едва только за окном забрезжила, проснулась лягушка и говорит. «Голову мне отруби, друг единственный мой. Помнишь, о чем у колодца мы говорили с тобой?» Услыхала девушка эти слова. И так ей стало жаль бедную лягушку. Пусть она скользкая, холодная, да ведь не злая. Помогла ей вчера. Научила воду решетом черпать. Нет, не может девушка отрубить ей голову. А лягушка опять затянула скрипучим голосом. «Голову мне отруби, друг единственный мой. Помнишь, о чем у колодца мы говорили с тобой?» Опять не послушалась девушка. В третий раз проскрипела лягушка свою печальную песню. Пошла девушка за топором. Посадила лягушку на пол. Полились у нее слезы из глаз. Подняла она топор и отрубила лягушке голову. И как ты думаешь, что случилось? Стоит перед девушкой вместо лягушки прекрасный принц. Взял он ее за руку и поведал свою историю. Злая колдунья превратила королевского сына в лягушку и сказала, что спасти его может только одно, если найдется добрая девушка, которая будет всю ночь исполнять приказания мерзкой лягушки. Добрая девушка нашлась, и злые чары наконец-то рассеялись. Поженились они и поехали в замок короля отца. Король на радостях устроил пир на весь мир, стали молодые с тех пор жить, поживать и радоваться.